брачный час. Здесь я предлагаю становиться богаче. И давайте прямо сейчас этим и займемся. Для чего мое первое задание уже на вашем телеэкране есть. Итак, сделайте из этого неравенства равенство одной спичкой и заработайте 7000 рублей. Здесь в моей программе шоу идет в прямом эфире. И сюда у вас есть возможность позвонить с вашего мобильного телефона. Воспользуйтесь для этого, пожалуйста, им, поскольку с домашнего, городского, квартирного вашего стационарного аппарата звонки здесь я не принимаю. Только с мобильного исключительно телефона. И также вам еще нужно находиться на территории России, потому что номер шоу 0948 работает исключительно только на площади Российской Федерации. Поэтому из других стран, увы. Только из какого-то... Любого, кстати, города России, вообще неважно, где именно вы находитесь, из любой точки нашей большой страны вы можете со мною связаться. Я здесь с удовольствием приму ваш телефонный звонок, выслушаю вашу версию и вас вознагражу. В том случае, если вариант, конечно же, вы назовете мне победный. Для этого вам надо постараться этот вариант суметь отыскать. Итак, все перед вашими глазами, в принципе, написано. Правила задания под самим примером обозначены несколько пониже вот тут вот. По-моему, довольно-таки понятно, все четко и ясно. Надо переставить одну спичку так, чтобы ответ был равен 12. То есть ответ мы не изменяем, естественно, это ясно из самих правил, я так полагаю, такой вывод можно сразу же сделать, что с ответом все хорошо. Но не очень все хорошо с левой частью, то есть там все-таки ошибка допущена. Смотрите, она как-никак больше, чем ответ. 13 плюс 7 это дает нам 20, то есть на 8 единиц, соответственно, следовательно, левая часть больше, чем ответ. Ну, естественно, нужно ее уменьшить, раз она такая большая, а нам надо получить равенство в итоге. Подумайте, как же все-таки левую часть сократить. То есть одной спичкой что надо изменить, воздействовать конкретно на что именно? Может быть, на какой-то один символ. А у нас есть единица, тройка, плюс, семерка. Может быть, изменить стоит лишь один какой-то компонент задания, а именно левой части его. Или все-таки посредством одной спички все же изменить два символа, то есть какую-то комбинацию, некое сочетание из двух компонентов левой части. Это тоже продумайте. Я не могу вам сказать, что будет более предпочтительным. Уж, пожалуйста, додумайтесь до этого самостоятельно, поскольку деньги я готова вам здесь вручить именно за то, что вы сами подумаете над решением победным и его сумеете отыскать, со своим собственным умом до него додумаетесь. В программе вам после этого нужно появиться чем скорее, тем лучше, чтобы побыстрее унести отсюда награду свою предложенную. Вот сейчас 7000 рублей, они на вас с неба не упадут. Надо, чтобы вы тут появились и все же поведали мне о своих успехах. И тогда награда у вас в руках. Хорошая, на мой взгляд, в общем-то, вполне неплохая. То есть деньги не самые маленькие, я готов вручить вам здесь и сейчас. Так что будьте готовы в любой момент в прямом эфире очутиться. Как только справитесь с заданием, сразу же можете это делать. Ну, то есть смысл ждать чего-то, откладывать на потом свое появление в эфире, когда вы, в принципе, можете это сделать крайне быстро. Буквально там вот в тот же самый момент, как только отыщете победный вариант, и тогда никто не сумеет вас опередить. Вы будете первым, вы будете лидером. Все-таки победа. Бедное решение надо поскорее называть в эфире, для того, чтобы место лидера-то занимать. Ну и чтобы это задание также побыстрее исчезало с экранов. И чтобы мы шли с вами дальше, карабкались все выше и на новые ступени, на новые уровни сложности восходили.
И чтобы это восхождение наше с вами действительно было таким довольно-таки продуктивным и крайне высоким, то есть чтобы как можно больше заданий мы с вами сегодня решили, нам нельзя задерживаться только лишь на одну. И особенно не стоит нам задерживаться на разминке. То есть вот как раз-таки сейчас на вашем телеэкране и находится задание разминочного характера. Головоломка для начала, для, так скажем, тренировки, может быть, некоторые, для упражнения вот в этой области, чтобы вы были готовы к заданиям посложнее. Мы всегда начинаем с какого-то не самого трудного. Здравствуйте, вы первый участник. Какое решение получилось? Здравствуйте. Из тройки сделайте 5. Можно сделать, но получается у вас в результате 22, а надо 12. Ну, не годится ваше решение, к сожалению, под правило не подходит. То есть вроде как одну спичку вы переставили, совершенно верно, но только этого-то недостаточно, просто любую спичку переставить. В левой части таких спичек, которые могут переехать, несколько, не одна на самом деле. Но мне нужно, чтобы вы переставили именно ту самую, которая к ответу 12 вас приводит. А вот то, что вы сделали, вот эта именно спичка, приводит вас к другому ответу. Ну, значит, это не та спичка, соответственно, вывод прост. Таким образом, я жду другого варианта, другого участника, с другими предложениями какими-то, с другими мыслями, другими идеями. Так что вперед, пожалуйста, 7000 рублей находятся здесь и сейчас в качестве награды для героя под номером 1. Это место сейчас остается свободным, но вы в любой момент можете его занять. И все зависит только от вас. Естественно, в первую очередь от вашего желания становиться богаче. Я надеюсь, что оно имеется и довольно-таки сильное. Многое зависит также от ваших талантов в области логическая математика. Все-таки вам нужно разбираться в этой сфере, чтобы решить задание. Ну и также некоторым образом победа ваша обусловлена вашими действиями. Если вы сидите, ждете чего-то, то так вы не победите. Так вы останетесь ни с чем, ни у дел, и никаких денег тогда вам не достанется, если вы будете сидеть, молчать и даже пальцем о палец не ударите. Кое-какие старания нужны, потому что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Есть такая поговорка, существует. Думаю, что все ее знают, и, по сути, это такие банальные вещи. Я говорю сейчас совершенно, которые все знают, но часто как-то эти вещи с головы испаряются, что ли, забывают многие люди о них. Так что я просто здесь, чтобы вам об этом напомнить, чтобы вас поддержать и чтобы помогать вам, чем могу. Всегда я делаю все, что в моих силах, для того, чтобы побыстрее как-то мы с вами заданиями разбирались, поскорее, чтобы у нас это все происходило, чтобы процесс таким был довольно-таки бодрым, не вяленьким, чтобы да, мы добивались очень хороших результатов. Сегодня в эфире, я надеюсь, услышать как можно больше победителей. Для этого нужно как можно больше заданий нам с вами сегодня разобрать. Ну вот, с чего мы начинаем с вами. Это задание как раз на экране сейчас и находится. Первое, разминочное для разогрева, что ли. Разогреваем, разминаем тервещество нашего мозга, чтобы уже более подготовленными двигаться дальше. Ваш ответ. Давайте возьмем спичку с тройки и поставим ее на семерку. Чтобы что получить? И из тройки, и семерки. Два каких-то неясных объекта. Я не приму ваш вариант, пожалуй. Я даже не знаю, как его обсуждать. Просто мне не ясно, что именно у вас получается. Это вообще пример из математики? Это вообще цифры-то? Где логика-то? Где здравый смысл? Очень-очень жаль. Вы, по-моему, поторопились.
Но то, что вы работаете не с одним символом, а сразу же пытаетесь мыслить более широко и охватываете своим мышлением два компонента вместе, это неплохо. Это неплохо. Но то, каким является конкретно сочетание этих двух компонентов, какие именно два символа вы выбрали, мне не очень нравится. Конечно же, нельзя портить цифры. Разумеется, нет. Естественно, если вы получаете вместо тройки, вместо семерки какие-то две загогулины, то это даже, не знаю, недостойное обсуждение такая версия. Подумайте, пожалуйста, еще. Я даю вам время на подготовку. Я даю вам время подумать, поразмышлять над своим вариантом. Никто вас никуда не торопит. Да, я сказала, что нам нужно быстренько справиться с этим заданием. Вы, видимо, это услышали и понеслась. Но надо же готовиться, готовить победный вариант заранее, заблаговременно, до того, как вы позвонили в эфир. Вы уже должны быть готовы мне что-то сказать, когда набираете номер 0948. Надо не сначала его набирать, а уже после того, как вы разобрались с заданием и действительно имеете право претендовать на награду. А просто же участнику деньги не достаются, они достаются тому участнику, который сообщает победное решение. А для этого оно у вас должно быть. Поэтому думайте над ним для начала, подготовьте его и уже потом врывайтесь сюда в прямой эфир и сообщайте мне полученную версию. Итак, я жду здесь того, кто будет все-таки достоин 7000 рублей. Пока что такого участника в эфире не появилось. Были просто какие-то вот версии назывались, какие-то мысли, может быть, даже предположения в некотором роде или догадки, что меня, естественно, не устроило. Я же не догадку жду от вас, не домысел какой-то, не выдумку, а именно готовое, грамотное, четкое решение по правилам задач. Вот они, правила, никуда не делись, все такие же изначально были такими, и никто их не меняет. Другие правила я устанавливать вам не буду. Так что соблюдайте их, пожалуйста. Итак, я в ожидании следующего участника. И если есть какая-то версия у вас, и вы считаете, что да, она та самая, то смысл ждать. Это я жду, что вы здесь появитесь, а вам ждать, естественно, не нужно. Вам нужно быть активным и стараться делать все побыстрее. Вот они, 7000 рублей для вас приготовлены. Так что скорее их забирайте из программы. Долго они здесь не будут находиться. Я уверена, что вот эту первую разминочную головоломку мы с вами решим довольно-таки быстро. И что герой у меня здесь первый появится очень-очень скоро. Ну, по крайней мере, такая надежда у меня есть. Я не знаю, что будет на самом деле, но я знаю, что вы можете справиться с заданием. Я верю в ваши силы и способности. Но как будет в действительности, решать уже вам. Вы управляете ходом прямого эфира. От вас тут, в общем-то, по сути, все и зависит. Результат нашей с вами сегодняшней встречи вот в этом отдельно взятом задании. Результат, естественно, зависит от вас. Будете ли вы героем, и когда это будет, решайте сами, устанавливайте, определяйте. А мое дело – делать предложение и подождать того, кто предложением заинтересовался и готов постараться ради того, чтобы в его кармане появились дополнительные 7000 рублей. Сейчас они пока же находятся в прямом эфире, но чтобы они перешли к вам уже в карман, ваш кошелек, вам надо решить задание, появиться в эфире, позвонить по номеру 0948 и это решение четко обозначить. Так, сделайте это прямо сейчас. Шоу продолжается, идет все так же в прямом эфире и по-прежнему на экране разминочное задание. Также мы с вами выясняем, а в какой спичке-то дело. Всего одна, какая-то единственная лежит не там, где должна лежать, не там, где должна располагаться. Она расположена где-то, может, на цифре, может быть, на знаке, или поставить ее куда-то нужно на цифру. В общем, разбирайтесь сами. Может измениться только один компонент, могут сразу же вместе два. И если вы уже поняли, что же конкретно должно произойти, откуда взять спичку, куда переставить, как в ответе получить 12,
то дальше вам прекрасно известно, что нужно делать. Путь в прямой эфир для вас открыт, никаких препятствий на нем совершенно нет, и абсолютно вам легко здесь оказаться. Только 4 цифры вам нужно набрать на вашем мобильном телефоне, чтобы стать участником. Здравствуйте, с каким решением звоните? А давайте единицу вообще уберем. Нельзя вообще ничего убирать. Давайте лучше я добавлю к сумме вашего вознаграждения кое-что. И теперь она равна 8000 рублей. 8000 предложено уже за победный вариант ответа. 8000, да. Все отразилось на вашем телеэкране. Но еще раз хочу особо обозначить и сделать на этом акцент. Убирать, как и добавлять в это задание что-то новое, отдельные какие-то спички или целые даже символы мы не можем. Ну, нельзя этого делать, понимаете, по правилам. Правила оговаривают только перестановку спички. То есть вот говорится, что вы можете только переставить и одну притчу. И это строжайшее условие, нарушать которое смысла нет. Лучше постарайтесь его выполнить, тогда все будет хорошо. А лишнего в задании ничего нет. Может показаться, что там что-то лишнее, но это обманчивая видимость. Это плод вашего воображения, может быть, игра или зрение, обман, не знаю, что на самом деле. Если вы посмотрите повнимательнее, вы увидите спичку, которая портит нам всю картину, из-за которой у нас вот такой математический абсурд сейчас. И нужно эту спичку переставить туда, где она должна быть, и в результате этой перестановки получить то, что надо получить, а именно равенство, идеальное равенство с ответом 12. Так как же левую часть задания сократить можно сразу на 8 единиц? Ведь на 8 единиц она превышает значение ответа. И в этом проблема вся и заключается. Из-за одной спички, которая лежит не на своем месте, эта разница и возникла между частями моего задания, левой и правой. Надо спичку эту вернуть обратно на то место, где она должна быть, и тогда вернется то самое изначальное равенство, нужное мне. Я надеюсь, что вы очень-очень скоро мне расскажете, как же добиться данной цели, и я смогу 8000 рублей вам вручить без каких-либо проблем и вопросов. Мне хочется, кстати, это сделать поскорее, чем скорее, тем лучше. Первый герой у меня должен появляться очень-очень быстро, ведь это только лишь разминочное задание, нет смысла нам его слишком долго решать. Тут можно справиться действительно в короткие, кратчайшие даже сроки, и тем самым сэкономить время, оставить его побольше на следующие мои, уже более сложные, каверзные и заковыристые задания. У меня впереди их, правда, для вас приготовлено очень-очень много. Свитки целые, толстые пачки, связки. В общем, правда, я всегда задания приношу с лихвой, в этом плане не скуплюсь. Деньги всегда предлагаю также хорошие, согласитесь. 8 тысяч рублей заработать быстро здесь и сейчас, не выходя из дома, по-моему, возможность шикарнейшая. Кто ею воспользуется, это уже несколько другой вопрос. Здравствуйте, у вас что получилось со спичкой? Здравствуйте, а перенесите спичку с семерки на двойку. Ответ не принят, естественно. Ну, во-первых, вы смешиваете цвета спичек. Мы не можем так делать. В правой части только желтые спички, а слева только белые. И как-то вот их миксовать, тасовать туда-сюда, из одной части в другую переносить мы не можем. Кроме того, мы вообще ничего не должны делать с ответом. Нельзя его никак изменять. Он должен оставаться вот таким же. Там 12 и только лишь и точка. С левой частью, пожалуйста, работайте. На ней сосредоточьтесь, свой взгляд на ней сконцентрируйте на левой части примера. И там, в общем-то, все и дело. В ней, в этой самой части-то и заключается, и состоит. Итак, у нас есть единица, тройка, плюс и семерка. Вопрос. Вот из этих четырех символов, которые я сейчас назвала,
А какой-то, может быть, один надо исправить, чтобы получилось в ответе 12? Или все-таки каких-то два нужно вместе переделывать, чтобы в ответе 12 становилось? Думайте. Это ваша задача. Все на ваше усмотрение. И вам надо понять, что на самом-то деле должно случиться. Если вы уже поняли, то тогда неясно, чего вы ждете и что еще должно произойти. Вы додумались до главного, у вас есть уже та самая необходимая мне информация, за которую я и предлагаю вам награду. Вот, я плачу здесь хорошие деньги вам за ваши знания, за ваши старания и ваше упорство. Вот она, справедливая награда за вашу храбрость, которую вы покажете, за ваши способности, которые тоже вы продемонстрируете, найдя победный вариант ответа. А храбрость вы показываете, когда в эфире появляетесь, но все-таки нужно же решиться на телефонный звонок. Это на самом деле совсем не страшно и не сложно позвонить, но все равно как-то решиться на это надо, ведь в конце концов многие боятся ошибок. И еще и ваш голос прозвучит на всю страну, это кого-то может испугать. Но все страхи и сомнения лишние, и от них нужно избавляться. Потому что они только лишь тянут вас назад, вас останавливают, притормаживают. Путь к победе заграждают, в общем-то, всяческим образом. Поэтому поверьте в себя, отбросьте все какие-то колебания. Они вам сейчас не нужны абсолютно. Вам нужно двигаться вперед, верить в себя, и тогда победа однозначно будет за вами. Успех вам придет, и деньги отправятся к вам. Это 8 тысяч рублей сейчас. В общем, мне кажется, кому-то пора их уже потихонечку отсюда забирать. Ну, все-таки первое задание, разминка всего-навсего, что мы с ней будем ковыряться большую часть сегодняшнего эфира. Буквально какие-то несколько мгновений нам предоставлены на это задание, и все. И все. И мы должны уже очень-очень скоро двигаться дальше, уже на новые уровни переходить, планку повышать, разумеется. Дальнейшие задания только сложнее становиться будут. Я вас заранее предупреждаю, просто чтобы вы были к этому готовы. Здравствуйте, что за решение у вас? Алло, здравствуйте. Сделайте из тройки двойку одной спичкой. Из тройки двойку одной спичкой сделать можно, но у вас тогда получается 12 плюс 7, что все равно больше, чем 12. Как-то совсем вы незначительно и очень скромно, как-то робко уменьшили левую часть, только на единичку. А надо-то на 8 единиц. Но чувствуете, все равно недостаточно, казалось, вашего уменьшения. Попробуйте еще все-таки другой спичкой постараться добиться заданной цели установленной и получить равенство с ответом 12. Мне другого не надо. Победное решение, оно только одно. И это, да, полученное вами равенство с ответом 12, полученное одной спичкой перемещенной. Все, что как-то под это не подходит, выбивается из установленных рамок, все это не устроит меня, не порадует, и денег просто я за это не смогу вручить. Победителем будет только один, только достойнейший. Исключительно лишь тот человек, который называет победное решение в эфире. Но пока что еще никто не назвал этого решения. И, соответственно, место героя, место этого достойного, этого счастливчика свободно пустое. Есть желающие его занять. Естественно, мне нравится ваша активность. Я это все тоже оценила по достоинству. Стараетесь вы. Именно поэтому я даже еще и больше денег предложила вам, чем изначально собиралась вручать. 8 тысяч рублей уже за победный вариант ответа. Все для вас. Только героя пока что нет, есть лишь желающие им стать, может быть, претенденты какие-то занимать место победителя. Но вот того, кто был бы достоин данного титула и был бы достоин награды, здесь еще пока я не услышала. Но ведь услышу, и, может быть, очень-очень скоро, может быть, вот уже буквально в ближайшие мгновения, может быть, даже уже следующий участник займет место победителя. Но я же не знаю, это прямой эфир, я не могу этого знать. Здесь все непредсказуемо, здесь ничего нельзя предугадать. Абсолютно ничего. Но
подождать, я могу, чем, собственно, и занимаюсь. Прямо сейчас жду. Жду того, кто достоин звания героя. Жду первого победителя в своей программе. Жду того, кто первые деньги отсюда из эфира унесет. Первую ласточку ожидаю. Того, кто откроет список победителей сегодня в моей программе. Кто будет первым в этой, я надеюсь, длинной веренице счастливых обладателей всяческих наград. Сейчас 8000 рублей в виде награды в прямом эфире находятся в ожидании кого-то. И будете ли вы владельцем этой денежной суммы, выбирайте, пожалуйста, сами сейчас. Ведь только от вашего выбора здесь все зависит. Если никто не выберет эти деньги, то тогда они так и останутся здесь навеки вечные в эфире. Но так быть не должно. Нам с этим заданием надо уже заканчивать, пора уже все это делать. Второе задание уже торопится, спешит порадовать вас и озадачить сложностями. Хорошее, интересное, непростое, разумеется, денежное задание, которое все на экран не может пробиться, ведь тут по-прежнему находится это, и пока мы с ним не справимся, второго не будет. Но просто нам уже надо двигаться ко второму. Уже время-то на это задание почти иссякло. Я же не могу ждать до бесконечности. Можем мы весь прямой эфир уделить лишь одному заданию. Первому, самому несложному. Ну, так-то подумать, все-таки над ним надо, но дальше будет еще сложнее, чтобы вы понимали. И если мы на разминке задержимся, то на следующее задание у нас времени останется меньше. И это, конечно же, повлияет на качество нашей с вами дальнейшей работы. Так вот, кто же хорошенечко поработал здесь, в этом задании, в левой части, покопался, там все ее обшарил и отыскал ту самую одну спичку, лежащую на своем месте? Вы в эфире, здравствуйте, какое решение у вас? Алло, здравствуйте, с плюса на тройку 19 минус 7 равно 12. Вот он, тот самый вариант. Конечно же, блестящая победа. Как вас зовут? Валерий. Откуда вы? Петропавловск-Камчатский. И к вам Валерий отправляется в Петропавловск-Камчатский. 8 тысяч, а мы идем дальше, и все увидели правильный ответ. И на место первому заданию приходит второе мое задание. С удовольствием вам его показываю. Итак, тому, кто с новым неравенством разберется, предлагаю 9 тысяч рублей уже. Новое задание, новая сумма награды. Естественно, побольше, потому что здесь уже все труднее, как вы сами, я надеюсь, и без того видите. Правила не изменяются. Для таких заданий они, в общем-то, как правило, стандартные, традиционные. Надо поработать в левой части, там найти одну неправильно лежащую спичку, из-за которой вот этот вот пример выглядит подобным образом, то есть из-за которой мы видим сейчас неравенство. Надо спичку вернуть на ее место и получить равенство. Да, в левой части должно получиться столько же, сколько и в правой части, а именно 15. Сейчас как следует посоображайте, пораскиньте там мозгами, пошевелите извилинами, в какой спичке может быть дело, додумайтесь. И дальше знаете, что делать. 0948, номер прямого эфира, 4 цифры, которые приведут вас сюда ко мне. И 9000 рублей для героя. Героя под номером 2 уже, для второго победителя, для сосредоточенного, умного, достойного человека, которым можете быть вы. Мне все равно, кто из моих телезрителей сейчас захочет эти деньги заработать. Главное, чтобы кто-то захотел, и чтобы у кого-то все получилось, а я уверена, что получится, если постараетесь. Да, это непростое задание. Да, нужно вам разбираться в сфере под названием логическая математика, как-то вот в этом предмете понимать. Какие-то базовые основы, что ли, знать. Надо постараться, чтобы эту спичку найти. Она все-таки в глаза не лезет. Но вы же можете сейчас уделить немножечко своего личного времени, свободного этому заданию, подумать,
и в результате очень хорошие деньги заработать. Ведь разве плохо 9000 рублей? Разве это плохая сумма? Разве это недостойное предложение? На мой взгляд, это просто замечательнейшее предложение, которое кого-то должно порадовать. Поэтому смотрите сами, выбор сейчас только за вами, как поступать, что делать, каким образом добиваться цели. Главное, соблюдайте правила и не задерживайтесь с появлением в прямом эфире. Пусть это и более трудное, более запутанное задание, более сложное, но оно тоже со своим решением все-таки, у всех моих заданий решение имеется, но, собственно, бывает, что найти их очень-очень непросто. Но тут, в общем, все реально, и я знаю, что кто-то сумеет разобраться, но не знаю, кто. Не знаю, кто. Вот этого я знать не могу, но что кто-то в состоянии, это точно. Итак, 9000 рублей, хорошее предложение. И все-таки в чем дело? В чем же проблема? У нас в левой части задания, как водится, проблема всегда. В ответе проблем нет, в ответе все хорошо, замечательно и правильно. Там число 15. Но в левой части может быть неправильная пятерка, может быть знак минус или тройка. Или знак плюс, или восьмерка. Что же надо исправлять аккуратненько? Что нужно переделать? Цифру какую-то, некий знак, может быть, изменить взаимно, сразу же поработать с двумя, может быть, символами. Да, не просто это понять сейчас, когда столько всего, когда... символов 5, и получается несколько различных комбинаций. Ну, что я вам советую сейчас осознать? Во-первых, откуда спичку взять можно? Подумайте об этом. Все-таки есть несколько вариантов, да, но продумайте каждый, и все вы должны понять. Потом осознайте, куда эту спичку можно положить. Тоже несколько вариантов существует. Несколько свободных мест, где спичка могла бы оказаться. Ну, естественно, не куда попало, ее нужно класть, не откуда попало, откуда придется брать, а как-то продуманно это делать, ход свой как следует, пожалуйста, обмозгуйте, прежде чем врываться в программу, звони сюда по номеру 0948 и обозначай, что вы там такое проделали. Естественно, для начала вам нужно как следует максимально хорошо подготовиться для того, чтобы занимать место победителя, чемпионом становиться. Не каждый и может стать, но все-таки чемпионами же не рождаются, а именно становятся. И это результат труда, результат работы над собой. Результат может быть, я не знаю, какой-то подготовки изначальной. Так что, да, становитесь, пожалуйста, героем, все только в ваших руках. Здравствуйте, какое решение получилось? Давайте одной спичкой из тройки получим 5. Одной спичкой из тройки 5. Можно, но давайте пересчитаем. 5 минус 5, 0, плюс 8, 8. К сожалению, у вас получается всего 8 в левой части, а должно 15 получаться. Вот вы знаете, своей перестановкой вы изменили только один символ, одну цифру. А я советую вам не зацикливаться только лишь на одном символе, а изменить сразу же взаимно два. Будет лучше, поверьте мне, это даст вам действительно достойный результат. А если вы будете там ковыряться лишь с одним единственным каким-то объектом, с одним элементом задания, ну... не будет того идеального результата, который мне необходим. Поэтому мой вам совет, или даже направляющая, как это ни назови, факт остается фактом. Вам надо поработать с двумя символами вместе. Уж поверьте мне, это подойдет. Но что это за два символа, с которыми вы вместе будете работать? Что это за такая комбинация из двух компонентов? Решайте сами. Это уже все от вас зависит, ваш выбор.
разбирайтесь, думайте. Я примерно обозначила вам направление, в котором должна уже течь ваша мысль. И вот, пожалуйста, думайте именно сразу же о двух символах. Что же это за сочетание из двух компонентов будет? Как же два символа надо исправить? Каких два символа и какой именно спичкой? И что при этом из них должно получаться? Я жду, когда вы мне подробненько об этом расскажете. В деталях обязательно ничего не упускайте, никаких мелочей своего ответа не выбрасывайте. Все подробно и детально мне раскрывайте. Я только такой вариант хочу слышать. Только такой ответ будет считаться победным. Если вы что-то не уточняете, к сожалению, это тоже будет считаться большой ошибкой. А за ошибки, как вы знаете, деньги в программе я не вручаю. Все ошибочные варианты, какие-то неполные, недоделанные, не по правилам задания, все они звучат здесь зря и за ни за что деньги, то есть за них не вручаются. Только победное решение. Только за один такой ответ я могу вручить здесь деньги. В конце концов, я же не каждого вознаграждаю, кто в эфире появляется. У меня нет здесь денег для всех и за все, что угодно. Есть 9000 рублей только для победителя, только для одного единственного человека, который сообщит тот самый необходимый мне вариант ответа, нужный. Четкий, правильный, который является победным, а это ответ идеально соответствующий правилам. То есть если вы оба этих условия смогли соблюсти, то однозначно ваше решение то самое. Сомнений абсолютно никаких в этом у меня лично нет. То есть это грамотный вариант, который обязательно звучать здесь должен. И значит, вы, тот, кто подготовил этот ответ, есть мой победитель. 9000 рублей должны отправляться к вам. Ну так появляйтесь в эфире и доказывайте мне, что вы достойны этой награды, что она именно вам предложена. Потому что я же не знаю, куда вам отправить деньги, если вы здесь не появились. Я не знаю, вообще существуете вы или нет, мой герой. Я не читаю мысли и сама позвонить вам не могу, к сожалению. Так что ваша задача еще и со мной связаться, чтобы свое решение до меня донести, до моих ушей, чтобы я его слышала. И чтобы деньги отсюда свои забрать. Вот, пожалуйста, 9000 рублей, они все еще тут. Они все еще здесь и все еще пока ничьи. И я все еще в ожидании второго победителя, правда, да. Одного я уже услышала, и это хорошо, это замечательный результат. Но, как всегда, мне мало. Здравствуйте, ваш ответ. Переставьте спичку с плюса на минус. С двумя-то символами, конечно же, вы поработали, только результат. Меня что-то не устраивает. Я бы вам все-таки посоветовала не ограничиваться какой-то одной категорией символов. То есть у нас есть отдельная категория символов – это цифры, и еще одна – это знаки. И не нужно работать только вот с чем-то одним, только со знаком или только лишь с цифрами. Ну и с тем, и с другим. Поработайте все-таки, так будет получше. Да, я все так же жду того, кто внял моей ранней рекомендацией и прислушался к тому, что я сейчас сказала. Я дала вам такую маленькую, не совсем, конечно же, сразу же явную, понятную направляющую, но, может быть, она даст вам определенную зацепку. То есть вы зацепитесь за эту информацию и постарайтесь ее развить, и уже это приведет вас быстрее к победному решению. Потому что я и на втором задании не хочу задерживаться. Как-никак у меня есть третье для вас, еще четвертое, пятое и так далее. Масса головоломок других различных разнообразных. И вот чтобы все-таки как можно больше победителей у меня в этих головоломках было, чтобы мы большой объем работы проделали с хорошим результатом, нам нельзя останавливаться только на одном уровне. И вот одну какую-то головоломку, понимаете ли, я не знаю, тут терзать часами. С одним заданием нам нужно справляться быстро. Даже пусть это второе задание, более сложное, чем первое. Но дальше будет все еще сложнее. Это не самый сложный уровень, не самое сложное, что может быть.
Впереди у меня приготовлены для вас задания более основательные. Но мы их не увидим, пока это тут находится. Двум заданиям на экране нет места. Есть только лишь одно. И пока происходит процесс в этом, о дальнейшем говорить рановато несколько. Поэтому я вперед не хотела бы забегать. Хотелось бы, конечно, как-то вот ускорить процесс. Именно для этого я намек вам и дала маленький. По поводу двух символов. И пусть это не будут только там цифры или только знаки. Обдумайте как-то вот все возможные версии и старайтесь мыслить более широко, двумя категориями. Думайте и над цифрами, и над знаками взаимно. Если ваш ответ, говорите ваше решение. Алло, с пятерки на тройку поставьте. Ну вот не услышали вы совсем меня. Немножко неуклюже поработали и все-таки зациклились именно на цифрах. А тому, кто все сделает грамотно, по правилам и в соответствии с намеками, я вручу 10 500 рублей. То есть сразу же на 1500 рублей возросла сумма вашей награды. Сразу на 1500 больше денег стало. Ну что ж, мне кажется, это очень-очень хорошо, это замечательно, это здорово. Но не очень здорово, что эти деньги тут. Так что же на самом деле надо сделать? В левой части. Думайте, разбирайтесь, за это вы деньги и зарабатываете. Я продолжаю ждать того, кто грамотно что-то изменил в левой части и получил при этом в ответе ровно 15. Ну, сами там решайте, что конкретно надо бы изменить в левой части. Но что-то все-таки изменить надо, кое-что. Поэтому вот, разбирайтесь, размышляйте, соображайте. А я жду вашего появления здесь, в эфире, как только вы разберетесь. 0948 – это короткий номер как раз для того человека, который хочет занять место героя под номером 2 и заработать 10 500 рублей. Это номер для набора с мобильного телефона и только с территории России. А где именно вы в России находитесь, значения не имеет. Я из любой точки страны готова тут принять ваш телефонный звонок. Главное, чтобы вы не ошибались, чтобы сообщали победное решение, дабы я могла действительно вас вознаградить. Вам нужно доказать, что звание героя вы достойны, что награды вы заслуживаете, награду. И для этого как раз и существует прямой эфир и номер этот. И я тут стою, чтобы ваш телефонный звонок принимать и вас выслушивать, именно для того, чтобы вы появлялись тут и сообщали мне о результатах работы своей, докладывали о своих успехах, делились ими со мной. Вот именно для этого. Поэтому я и продолжаю здесь находиться и продолжаю ждать вас в качестве победителя. Исключительно потому, что участников здесь уже несколько побывало, но не каждый участник становится победителем в результате. Но кто-то старательный, кто-то внимательный, какой-то участник обязательно станет. И, может быть, вы будете этим участником. Выбор, как всегда, только за вами. Алло, вы в эфире, что у вас за решение? Из восьмерки надо сделать ноль. Непобедный ответ. Ну, все-таки я намекала на кое-что другое. Ну, и вдобавок вы еще и выбросили спичку из задания. Кроме того, вы уменьшили левую часть, что совершенно нелогично, она должна увеличиваться. Так что я ваш вариант не принимаю. Ну, смотрите, сейчас 5 минус 3 плюс 8. В левой части при пересчете получается 10. На 5 единиц она меньше, чем надо. Должна становиться больше на 5 единиц. Из восьмерки, делая 0, вы же сокращаете на 8 единиц то, что слева. Там всего 2 осталось теперь. Ну, еще и спичка у вас выкинута из задания. Нет, этот ответ меня абсолютно не радует. Вы нарушаете оба условия задания. Но это совсем не годится никуда. Все-таки надо оба условия выполнить для получения победного варианта. А если вы нарушаете хотя бы одно, это ошибка. Вы же нарушили сразу оба.
И это получается двойная ошибка. Ошибка вдвойне, в двойной степени. И это значит не стоит 10 500 рублей, а что поделать? Я опять же повторяюсь, не могу вручить эти деньги любому. Или всем, или каждому. Только тому, кто их достоин. Только лишь тому, кто их заслужил. Заслужил своей работой, своими стараниями, своей храбростью и своим упорством. И если вы такой человек, упорный довольно-таки, решительный, и хотите денег, и постарались на самом деле ради них, поработали головой своей, не поленились это сделать, то я жду только вас. И путь прямой эфир для вас очень прост. Это очень-очень легко в программе оказаться. Только 4 цифры набрать на вашем мобильном телефоне. Один телефонный звонок. Что может быть проще и легче? 948. Пожалуйста, звоните. Я готова вас выслушать. Кто же готов назвать непобедный вариант? Кто поработал грамотно? С чем-то в левой части, с кое-чем, что грамотно там надо изменить, кто это сделал, и кто заберет 10 500 рублей отсюда из моей программы. Я не знаю, это вопрос такой, знаете ли, в пустоту, в космос. Я не знаю на него ответа. Кто-то наверняка это, может быть, уже сделал, кто-то наверняка уже с заданием должен разобраться, и кто-то, я знаю, там по ту сторону экрана телевизора есть, кто заслуживает награды, кого бы я смогла вознаградить. Но вы же еще пока не в эфире. А пока вы не в эфире, вознаградить я вас не могу. И ваши деньги остаются тут. Поэтому, чтобы они оказались в ваших руках, появляйтесь в эфире и обозначайте то решение, которое у вас получилось. Итак, я жду вас тут. У нас в левой части задания есть 5 символов. И с чем же поработать удалось именно вам? Да, рассказывайте ваше решение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Переставьте спичку с плюса на тройку. С плюса на тройку. Вообще, стоит ли трогать знаки на самом-то деле? Может быть, и нет? Может быть, и нет? Кроме того, нам все-таки левую часть надо увеличивать, поэтому совершенно не стоило еще и плюс превращать в минус. Два минуса получать. А так-то, ну, нормально, по-моему, все и с минусом, и с плюсом. Есть другие символы, которые волнуют меня больше. Которые все-таки стоило бы изменять. Два других компонента. Продолжайте думать. Я вижу, вы очень стараетесь. Мне очень-очень нравится ваша активность, ваша вот это вот... такое явное желание заработать деньги. Видно, что 10 500 рублей вас привлекают. То есть хотелось бы вам этими деньгами завладеть, но ими не завладеет любой каждый. Еще раз это повторяю. Не обязательно просто появиться в эфире. Вернее, это обязательно сделать, естественно, для получения награды. Но недостаточно просто появиться в моей программе. Одного телефонного звонка мало. Надо, чтобы вы появлялись здесь и назвали победный вариант. И именно за него я деньги вручаю. Ведь оказаться тут очень легко. И любой совершенно человек, находящийся на территории России с мобильным телефоном, может сюда позвонить. Любой. Но не любой становится богаче. Ведь надо звонить, отыскав победные решения для начала. А вот эта задача не из легких. Над этим уже надо потрудиться, это предполагает какие-то старания. А ведь задание непростое, не все разбираются в логической математике, не все хотят думать. Кто-то ленится, кто-то предпочитает отдыхать, все-таки последний выходной день. Так что, ну как последний, не последний, естественно, но вот в этих длинных праздниках последний, он завершающий в этой череде таких вот праздничных дней. Так что кто-то последние вот эти вот кусочки отдыха пытается как-то впитать, а кто-то уже понимает, что надо бы уже все перенастраиваться на рабочий лад и уже деньги не тратить, а зарабатывать.
прежде чем на работу выйти, можно ведь еще и подзаработать так неплохо в прямом эфире моей программы. Кто мешает? Кто мешает? Тут каждый, конечно, выбирает сам за себя, что ему предпочтительнее. Продолжать отдыхать, валяться на диване или все-таки что-то сделать, не самое супер-мега-сложное, и при этом еще и подзаработать. И очень даже хорошо подзаработать. Здравствуйте, что со спичкой сделали? Алло, тут из второй пятерки надо сделать ноль. Из второй пятерки, которая в ответе? Вы смотрите, что делаете. Я поняла, в чем ваш ответ заключается. Вы посчитали, что в левой части 10, это действительно так. И вы ответ изменили и его приравняли к левой части. Но наоборот же надо было с левой поработать и ее сделать равной ответу, а не то, что вы там нагородили. Нет, ответ у нас правильный, там число 15. И с ним делать ничего не надо было. Сосредоточились бы лучше вы на левой части, и там поискали какие-то символы неправильные. А в ответе все хорошо, все прекрасно, там 15, давайте не будем больше к ответу прикасаться. Ни в коем случае этого делать не нужно. Но вот с левой частью что-то сделать все-таки надо. Я настаиваю на этом. И надо бы уже поскорее что-то делать. Время на это задание у нас тоже не безграничное. И скоро закончится, если еще пока не закончилось. Нам вот-вот надо будет переходить уже на новый уровень и задание под номером 3 уже разбирать. Так где же победитель в этом задании? Для начала он тут должен появиться. Вот здесь герой я пока жду, чтобы уже задание-то поменять, показать вам новое, продемонстрировать. Тоже непростой, естественно, тоже со своими нюансами, тоже нелегкое задание, но за хорошие деньги, как, впрочем, и всегда. Сейчас тоже замечательная сумма, 10 500 рублей предложена. Я не знаю, что вам не нравится, я не знаю, что вас не устраивает. Задания слишком сложные или как. За этот уровень предложения сделано денежное вполне соответствующее. Справедливо, мне кажется. Вполне. Я оценила ваши знания сейчас. Но миллионов-то точно не будет. На это рассчитывать нельзя. Другие просто будут задания тоже за очень хорошие деньги. Но не раньше, чем мы с этим разделаемся. У вас какое решение получилось? Алло, здравствуйте. Спичку берем с пятерки и ставим ее на минус. С пятерки ставим на минус. Не подходит. Нет. Вы портите пятерку все-таки. Из пятерки ничего нормального не получается. Кроме того, я вроде как уже упоминала про то, что... Ну, стоит ли трогать знаки вообще? Стоит ли? Я вижу, как вы пытаетесь увеличить левую часть задания, получая из минуса плюс. На самом деле, не обязательно работать именно вот с этим со знаком. Да и вообще, и минус, и плюс, может быть, стоит пока оставить в покое и на цифрах сосредоточиться. Мой вам совет. Мы что-то, по-моему, подзадержались на этом задании. И уже хочется мне результатов, более каких-то внушительных. Пока только у меня один победитель в эфире. И это несколько удручает. Второго до сих пор нет. И на самом деле на это задание время выделенное уже иссякло практически. Да, мне уже победитель срочно нужен в этом задании. Уже прямо сейчас он должен здесь оказываться. Что-то как-то я слишком долго жду, как-то заждалась уже. Вы то ли тянете чего-то, там, я не знаю, ждете чего-то, откладываете на потом, или я не знаю, вас замучили сомнения и страхи. Ну какие могут быть сомнения? 10 500 рублей вас здесь ждут. В чем сомневаться? Может быть, вы боитесь ошибки? Ошибку может допустить любой, это нормально. Любой может просчитаться, промахнуться. Но если вы соблюдали все правила, ошибок не будет, и это точно. То есть, если вы переставили одну спичку, и так у вас изменилась при этом левая часть, что получилось равенство с ответом 15, то у вас однозначно победный вариант. И вы не ошибетесь. Так в чем же сомневаться в конце-то концов? Дальше остается вам совершить только лишь один шаг к своей победе. Какое решение у вас?
грамотный вариант. Ну, конечно же, это грамотное решение. Вот как оно выглядит. Представьтесь, как вас зовут. Зинаида Николаевна. Откуда вы? Деревня Антыбары, Пермский край. К вам отправляется 10 500 рублей. Благодаря вам, Зинаида Николаевна, мы двигаемся дальше. Я перехожу к заданию под номером 3. Все, внимание, прошу обратить на экран телевизора, поскольку моя новая головоломка уже перед вами. Третье задание еще более сложное, поэтому за его решение 11 000 рублей. Готова я вручить герою под номером 3. Итак, открыта новая вакансия 3-го победителя в эфире. Свободно это место, которое вы можете в любой момент занимать. Естественно, для начала как следует подготовьтесь и отыщите победный вариант. Очевидно, что стало все гораздо труднее. Гораздо труднее. Мы с вами что наблюдаем? Наблюдаем очень много всего в левой части. Как водится, мы работаем именно с левой частью, ответ не трогаем. Сейчас в ответе 26. По-моему, замечательное значение, трогать его не рекомендую. А вот на левой части надо бы вам сосредоточиться. И сразу же посоветую вам не зацикливаться на одном на чем-то. Сразу же мой совет вам работать взаимно с двумя компонентами. Ну, то есть что-то там одно переделать, какой-то, может быть, один символ, одну цифру или один знак. Этого, правда, мало, серьезно говорю, мало. Поэтому старайтесь мыслить более широко, сразу же парами символов. Вот мой совет, просто сразу же хочется это обозначить для того, чтобы вы оказались поближе к победному решению. Мы многовато времени потратили с вами уже на предыдущих два задания. И вот тут нам желательно не задерживаться особо для того, чтобы все успеть сделать. И эту головоломку решить, и, может быть, еще дополнительно какое-то одно или два задания. Как будет, что получается, к чему придем, не знаю, посмотрим. Все-таки уже приличная часть шоу прошла. И поэтому ни в коем случае давайте не будем сейчас расслабляться. Наоборот, надо сейчас сосредоточиться. Тем более, что столько денег я предлагаю, целых 11 000 рублей. Еще пока сегодня в эфире никто такого количества не зарабатывал. Но сейчас, пожалуйста, вперед действуйте. Можете это сделать. У вас есть такая возможность. Раньше не было, а сейчас есть. Но, правда, и постараться нужно особенно, чтобы эти деньги были вашими. Ведь такое сложное задание сейчас на экране находится. Ну, смотрите сами, столько всего в левой части. Там большое количество компонентов, там много цифр, два знака. То есть, сложно сориентироваться. Но у вас есть маленький намек, то, что нужно обратить сразу же внимание на какую-то пару символов. То есть уже можете отбросить какие-то варианты в сторону, и уже, получается, не работает здесь версия, в которой изменяется лишь один компонент. Подойдет версия с двумя исправленными символами. Вот и думайте сразу же о комбинации из двух элементов левой части. Что это будет за комбинация? Тут уже дело ваше. Понять это вам нужно самостоятельно. Но я постаралась вас слегка, чуть-чуть подтолкнуть в сторону победного варианта. Просто для того, чтобы побыстрее мы с вами с этим заданием разделались. Ну, правда, оно очень сложное и большой риск, что вот мы с вами на нем задержимся. Чтобы этого не было, маленький намек я вам озвучила. Я надеюсь, прислушаетесь. И скоро в этом задании у меня также появится победитель. Жду героя под номером 3. Здесь и сейчас в своей программе. Шоу по-прежнему выходит в прямом эфире. Я все так же нахожусь здесь, в этой самой студии. Стою вот в настоящие мгновения, текущие. И готова вас услышать. Если вам есть что мне рассказать, стесняться не надо. Это не то шоу, где надо стесняться. Это не то шоу, где надо бояться чего-то, опасаться и сомневаться. Здесь все-таки у меня победители появляются. А чтобы быть победителем, надо поверить в себя. И никакой боязни быть не должно.
Да, поэтому решайте сами, кто вы, победитель или нет. Что-то уже поняли ваш ответ. Из четверки нужно сделать единицу. Ну, не очень-то поняли. На самом деле, из четверки единицу сделать нельзя. Одной спичкой не получится. Смотрите внимательно, вы две спички куда-то еще и дели. Две спички у вас исчезли из задания. Но то, что левая часть стала поменьше, это да. Но, во-первых, она все равно большая, обратите внимание. Там по-прежнему получается много, явно больше, чем 26. И, ну, две выброшенные спички, куда это вообще годится? Ответ не принимается. 11 тысяч рублей по-прежнему тут. Ну, я полагаю, что да, кто-то может в этом задании ошибаться, это нормально. Что первоначально кто-то может слишком торопиться, слишком, я не знаю, поспешные выводы принимает, или просто сначала набирает номер 948, а свое решение уже на ходу выдумывает. И вот из-за такой плохой, некачественной подготовки эти ошибки могут допускаться. И вообще это сложное задание. Слушайте, тут даже, я не знаю, гений может ошибиться. Тут далеко не каждому суждено отыскать победный вариант ответа. А я предупреждала о том, что у меня сложные задания для вас приготовлены. Но именно поэтому я предлагаю 11 тысяч рублей вам за старание. Именно поэтому, именно потому что настолько все сложно. Иначе и сумма была бы скромнее гораздо. И я бы направляющий бы сразу же вам не дала. А ведь дала. По поводу того, чтобы вы не работали с чем-то одним, не зацикливались только лишь на одном символе, а сразу же постарались поработать с парочкой какой-то, с какой-то комбинацией, чтобы вы поработали. Вот и старайтесь, старайтесь работать, старайтесь прикладывать усилия, верьте в себя, у вас все должно получиться, я жду. 11 тысяч рублей находится здесь в эфире для героя под номером 3. Два задания уже решены, две головоломки уже все в прошлом остались, хорошие результаты достигнуты, двое победителей в программе есть, и, казалось бы, можно было бы на этом остановиться, а нет, ваше решение. Может быть, с плюса на двойку поставить? С плюса на двойку. А может быть, все-таки вы не будете уродовать цифры? Ну, то есть, из двойки-то что получается? Какое-то уродство. Это не цифра или цифра какая-то там перевернутая, или что-то с ней случилось страшно. И этого делать не надо. Цифры нормальные у вас должны получаться. Полноценные, адекватные. За этим следите, пожалуйста. За тем, чтобы у вас получались хотя бы, ну, по меньшей мере, полноценные цифры. Если вы даже за этим не следите, то что я могу сказать? Это не будет стоить 11 тысяч рублей, такой вариант. Вариант, в котором у вас вместо цифр какие-то странные значки, иероглифы какие-то непонятные. И я стою, ломаю голову, вообще, что вы хотели сказать. Нет, такого быть не должно. У меня даже вопросов не должно возникать после вашего решения. Все понятным должно быть для меня и не только, для других телезрителей также. То есть все должны понять, что вы называете победное решение. Для этого говорите четко, громко, внятно. И называйте, пожалуйста, вразумительный вариант. И сообщайте все подробности своего ответа. Вот. Старайтесь, прикладывайте усилия. Тут многое зависит от вас. И вам есть ради чего стараться. Ведь уже 13 с половиной тысяч рублей я предлагаю в качестве награды. Сразу на 2 500 рублей возрастает сумма вашего вознаграждения. Это мой шаг вам навстречу. И это не шуточный шаг. Я тут, знаете ли, и не шучу, в общем-то. Вполне серьезная у меня программа, интеллектуальная для людей, сообразительных, для тех, кто готов зарабатывать деньги, не выходя из дома. И сами задания тоже серьезные, непростые. Ну, естественно, деньги тоже соответствующие. 13 с половиной тысяч за сложность. За сложность. Направляющая была дана. Я надеюсь, вы ее не забыли к настоящему моменту.
не стоит зацикливаться на одном символе, а стоит, как-то охватить каких-то два компонента все же в своих размышлениях. Вот на что я надеюсь, что вы сделаете. Продолжаю ждать того, кто прислушался и к намеку, и постарался соблюдать все правила, они никуда не делись, на экране написаны, и не изменяются. Правила не меняются. Ваш ответ. Из ноля нужно сделать 6. Из ноля? Ну вот явно не услышали вы намека моего. Явно. Я его еще раз повторила, и все равно вы сделали по-своему. Из ноля сделать 6 можно. И да, у вас при этом левая часть задания уменьшится. Но недостаточно для того, чтобы получилось в итоге равенство. Уменьшится, но недостаточно. Все равно она будет большая. Ну, просто пересчитайте и увидите сами, что это так. Поэтому ваш вариант не принят. Ну, а что поделать? Вы допустили ошибку, потому что не услышали мои направляющие. Или не захотели ее услышать, или просто отвлеклись. Всякое бывает. Всякое бывает. Но если вы сосредоточитесь, у вас все получится. Ошибку может допустить любой человек. Даже герой. Настоящий. Даже настоящий мастер. Даже настоящий специалист может ошибиться. Но, тем не менее, все-таки кто-то соберется в результате, кто-то сконцентрируется и, я знаю, добьет это задание. Я жду. 13,5 тысяч находятся тут. 13,5 тысяч рублей. Так для кого эти деньги? Так кому они отправятся? Кто же будет тем самым? Тем самым героем, тем самым победителем моим. Ваш ответ. Алло, здравствуйте. Здрасте. Переставьте спичку с единицы на четверку. С единицы на четверку. Я не знаю, что вы хотели добиться, чего вы хотели добиться, вернее, таким шагом. Но вы добились взаимного уродства двух цифр. Вот чего вы добились. Я что, просила изуродовать две цифры сразу же? Ну, то, что с двумя компонентами вы поработали, в общем-то, это неплохо. Так, в общем-то, в принципе, сама идея работы с двумя символами мне нравится. Но то, с какими именно двумя символами и как именно вы поработали, то, как у вас при этом результат получился, меня, честно говоря, несколько огорошило. Ну, может быть, вы будете все-таки повнимательнее и будете смотреть на результат своего действия, на то, к чему приводит ваша перестановка. Вы обращайте на это внимание. Вот, взяли откуда-то спичку, посмотрите, что остается. Положили куда-то, посмотрите, что получается. Если вам сложно это представить в своей голове, то есть вот, глядя на экран, вам это сложно вообразить, вы там путаетесь. Ну, возьмите обычные спички и разложите перед собой данный пример. То есть вот так вот в этом виде, из этого количества спичек, все вот так аккуратненько разложите. И поверьте, будет легче. Вы сразу же все поймете. То есть, представляя спичку, вы увидите сразу же, откуда ее можно взять. Это сразу же будет вам понятно. Четко. Вы будете видеть, куда ее можно поставить и что получается в конечном итоге. Естественно, многим сложно представить вот конечный результат. Тем более, когда столько всего нужно держать в своей голове, когда столько символов и столько вариаций. Все это может как-то в голове смешаться в один, не знаю, комок, клубок. Каша там может быть какая-то. Тем более, но в конце концов, отдыхали так много, целых 10 дней. Естественно, голова отучилась работать. Мозг слегка атрофировался у кого-то, может быть. Конечно, сложно собраться, я все прекрасно понимаю. Именно поэтому я не ставлю вам таймеров. Видите, я же никуда вас не тороплю. Я же не говорю, что нужно с этим заданием справиться за минуту, а если нет, то все. Я готова к ожиданиям. Но эти ожидания не могут длиться бесконечно. Естественно. Рамки у нас по-прежнему есть кое-какие. Я имею в виду рамки самого прямого эфира, который отнюдь не резиновый, и не длится часами.
Вообще стоит отметить, что уже большая часть программы позади. Мы хороших результатов добились к настоящему моменту, но они могут быть еще лучше, я знаю. Это могут быть еще более хорошие результаты. Я в этом уверена. Так что давайте добиваться их, как вы можете, как вы умеете. Ничего я не требую от вас, чего бы вы не могли или не умели. Ничего сверхъестественного. У вас что за решение? Так, зачем увеличивать и без того такую большую левую часть? Или вы имеете в виду двойку в ответе? То есть вот такой шаг все-таки сокращает пропасть между частями задания, но мы с ответом не работаем. А если вы все-таки имели в виду двойку, которая первая у меня в задании, то ну, такая большая левая часть мне совершенно не нужна. Она уже большая, обратите внимание, там получается 24 плюс 18, это 42. В ответе всего 26. Видите, надо в два раза практически сокращать левую часть задания. Почти что. Ну так, зачем вы ее увеличили на 10 единиц сразу же? Нелогично, нелогично совершенно. Да, где-то куда-то логика потерялась у вас, вот она делась. Но это все-таки пример на логику, да, на знание математики тоже в том числе, на умение считать и на логику все-таки в большей степени. Если с логикой все печально, все удручающе, то... Может быть, и не судьба тогда кому-то с этим заданием справиться. Тот, кто не разбирается в сфере данной, кто плохо понимает вот в этом вопросе, тот, ну, вряд ли сможет решить задание. Вряд ли. Я предлагаю очень хорошие деньги, но не для каждого они. Не любой их может заработать, а только человек с мозгами, умный, сообразительный, который способен это задание решить. Сам самостоятельно, своим умом, своим интеллектом способен добраться до победного решения. Для этого нужна светлая, думающая голова на плечах, работающая бесперебойно. Я верю, что есть такой человек сейчас, где-то вот там, среди телезрителей моих, что кто-то один, ну хотя бы один, который с этим заданием может справиться, существует. И что он все-таки найдет в результате победное решение и не побоится назвать это решение здесь. 13 500 рублей за это решение предлагается. Так что вперед, набирайте 0948. Это ваши деньги. Уносите их отсюда. Ведь у нас все меньше и меньше времени остается в запасе, между прочим, друзья мои. Мы уже с вами практически вплотную подходим к заключительной части программы. Уже практически, да? Но еще не совсем все закончилось, конечно же, не совсем все критическим образом обстоит, но уже к тому близко, уже на то похоже. Поэтому больше ждать нельзя. Больше нельзя расслабляться, вкладывать на потом, потому что потом уже может быть поздно. Сейчас мое предложение все еще актуально. И сейчас задание все еще на экране. И сейчас победный вариант еще не назван, и деньги по-прежнему остаются в программе. Так, может быть, все-таки стоит что-то сделать для того, чтобы они вам достались? Смотрите сами, стоит или не стоит. Стоит ли 13 500 рублей ваших действий, ваших стараний? Я надеюсь, что, ну, кто-то не останется равнодушным к моему предложению. Хотя бы кто-то один. Тот, кто решил задание. Если вы есть, то вам и надо здесь оказываться. Номер 0948 сейчас для вас, ваш приоритет. Набирайте его поскорее. Для того, чтобы отсюда, из эфира, забрать свою законную заслуженную награду. Ведь я все еще готова вас вознаграждать. И некое время, некоторое вот кусочек какой-то у нас еще с вами имеется. И с этим заданием мы еще пока однозначно успеваем справиться, но уже по поводу своих следующих головоломок я не знаю, что вам сказать. У меня для вас еще 4-е, 5-е, 6-е, там были задания приготовлены уже. Сдается мне, что-то мне подсказывает неуловимо, что
мы можем не успеть перейти к ним, к этим заданиям, и, скорее всего, мне придется их принести на следующий раз. У вас какое решение? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь нужно единицу убрать. Убрать единицу? А, сократится при этом левая часть, но убирать мы не можем ничего из заданий. То есть какая-то логика есть в вашем ответе, но с точки зрения правил задания вы действовали совершенно неправильно. Надо было переставить одну спичку, а вы выкинули сразу же две, целый символ покинул пределы задания. Но этого быть не может. Никуда спички из головоломки не исчезают. Так, все, хватит таких ошибок. Пожалуйста, соберитесь, программа заканчивается. И все, что я могу сделать для вас сейчас, это 15 тысяч рублей предложить в виде награды за ваши старания. Еще на 1500 рублей сразу возрастает эта сумма. Я надеюсь, что уж такие-то деньги вы не бросите здесь. Может быть, я действительно недостаточно хорошо оценила ваши познания, ваши старания здесь. Ладно, хорошо, я исправила сие досадное недоразумение. Надеюсь, что и вы тоже не оплошаете. И вслед за моим предложением что-то также будете делать. Шоу завершается, и с этим поделать уже я ничего не могу лично. Осталось совсем немного, что осталось, то осталось, и... Ну, надо с этим смириться. И как-то вот это время, которое еще в резерве есть, использовать максимально с умом, максимально рационально, насколько это возможно. Вот, пожалуйста, старайтесь это сделать. Я жду. Я жду. Все так же мы работаем с левой частью, я надеюсь, не забыли. В ответе надо получить нам ровно 26. Для этого левую часть старайтесь сократить довольно-таки сильно, воздействуя при этом на комбинацию из двух символов. У вас было время додуматься, что это за комбинация понять. Было. Я не торопила же вас никуда. Я спокойно ждала. Я все вам объясняла, все рассказывала, все правила вам обрисовала четко, ясно и понятно. Дала даже направляющую, какую могла, может быть, не явную и не прямую, но явных и прямых я не должна вообще-то давать. На самом деле, запрещено даже это делать. Смысл тогда предлагать 15 тысяч рублей, если еще и сразу же всю завесу тайны-то еще и открыть. Нет, тут по-прежнему все не совсем ясно и понятно, по крайней мере, на первый взгляд. Но кому-то умному все будет ясно, если еще пока нет. Поторопитесь отыскать это решение, если его еще нет у вас. А если уже есть, поторопитесь оказаться в эфире. У вас, по сути, остается несколько мгновений. Шоу уже заканчивается, это не шуточки, это, ну, правда чистая. И, в общем-то, вполне такая серьезная ситуация складывается. Я надеюсь, что... Все-таки из этой ситуации мы с вами выберемся и с очень хорошими результатами. Ну, чтобы еще один победитель у меня сегодня в эфире был, вот было бы замечательно. Его еще пока нет в этом задании, но надеюсь, что будет. Да. Ждать, в принципе, я готова вас здесь. Ждать я готова. Какое-то время предоставляю вам. Но лишь то, что есть. А это буквально чуть-чуть, несколько мгновений до конца шоу у нас с вами остается. И вот, да, мы, к сожалению, этими рамками с вами ограничены. И вот их я точно не могу как-то вот сдвинуть с места. Мы с вами уже практически, да, недалеко от последней черты. Успейте до окончания эфира, до моих прощальных слов сюда ворваться. 0948. Я вас такой номер. Все так же. Ваш ответ. Здравствуйте. Поставьте спичку с плюса на четверку. Плюса на четверку? Ну, смотрите, не все же символы можно изменить взаимно. Я имею в виду не любую комбинацию из двух символов, а какую-то конкретную, причем, чтобы грамотно все происходило. Когда вы берете спичку с какого-то символа, он у вас не должен развалиться. Когда вы ставите спичку на какой-то другой компонент, он тоже не может превратиться во что-то странное, неведомое, непонятное.
У вас из цифр должны получаться другие цифры. Из знаков, может быть, другие знаки. Но не какие-то там монстры. Уж, пожалуйста, за этим следите, я вас попрошу. Если вот такие ошибки будете продолжать допускать в программе, я просто даже и не знаю, каких мне ждать результатов. Если у всех такие версии, если все хотят ставить спичку на четверку там или на двойку, то мы с вами, так честно говоря, ничего не добьемся. Ошибки продолжаются в эфире, это расстраивает. Но у нас еще есть время все-таки какое-то. Я очень надеюсь, что за это время все-таки герой появится в программе. Поторопитесь. Если вы считаете, что ваш вариант правильный, если вы хотите за свои старания денег, то вот они, 15 тысяч рублей. И вот он номер моего шоу, по которому я жду вашего телефонного звонка. 0948. Он работает абсолютно на всей территории России. Вы можете позвонить мне из любого города нашей страны. И с любого мобильного телефона, и любого оператора. Я здесь, чтобы вас услышать. И я хочу услышать от вас победный вариант. Я больше не хочу слышать ошибок. Мне кажется, их уже хватит. На сегодня достаточно ошибок применительно к этому заданию. Они должны все уже закончиться. Тут многое чего сделали. Но кое-что все-таки не сделали. Победного варианта не назвал еще пока ни один участник шоу. Может, назовете вы ваш ответ? Ну, может быть, из нуля сделаем 6. Ну, можно. Ну, давайте посчитаем. 24 плюс 18 – это 42. 42 минус 6 – это 36. А надо 26. Ну, приблизились, но все равно недостаточно близко. Мне не надо приблизительного ответа. Мне надо примерного какого-то ответа. Мне нужен точный ответ. Ведь это логическая математика. Очень точная наука. И ваш ответ должен быть суперточным. Не так-то много я и прошу. Отыскать точный вариант. Представить одну спичку, грамотно все продумать. Время для этого у вас было. Не одна минута, гораздо больше. Вас никто никуда не торопил. Никто не стоял над вами с палкой, вас не подгонял, не поторапливал. Я спокойненько, терпеливо ждала. Но сейчас дело даже не в том, что мое терпение иссякло, а дело в том, что время прямого эфира практически все испарилось. Ну, так должно же было быть. Слушайте, это же не сюрприз для вас, что программа имеет свое завершение, свое какое-то логическое окончание, что раз уж она когда-то началась, то когда-то и закончится. Мы с вами, да, вот уже в финале находимся. Это финишная прямая. Ну и сейчас выясняется в этом задании лидер. Если так и не выяснится, что ж, так тому и быть, я ничего с этим не смогу поделать. 15 тысяч рублей пропадут. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет, что кто-то сознательный, кто любит деньги, хочет их зарабатывать, в эфире появится и заработает эту сумму. У вас еще несколько мгновений есть, правда. Но это уже время не для раздумий. Все, поздновато думать. Поздновато, и сомневаться нельзя больше. Это время для действий. Время что-то сделать, время поработать на свой бюджет. Время заработать деньги, в конце концов. Целых 15 тысяч рублей, они же пока здесь. Я все еще готова их вручать. Я все еще могу здесь принять ваш телефонный звонок, и вы успеваете его совершить. Так что, пожалуйста, совершайте. 0948 – это номер прямого эфира. Я жду здесь только победного телефонного звонка. Я ошибок услышала достаточно. Здесь очень многие ошиблись, и это было нормально. По-другому-то и не могло быть в таком сложном задании. Здесь совершенно естественны были ошибки. Абсолютно это было вполне ожидаемо. Но не у всех же ошибки. Не все же хотят ставить спичку на четверку или на двойку. У кого-то же есть грамотное решение. Кто-то же грамотно с умом изменил два символа в левой части и получил в результате этого изменения идеальное равенство.
с ответом 26. Тогда... Ну, тогда у меня практически есть герой. Гипотетически, потенциально. Есть человек, который достоин положить себе в карман 15 тысяч рублей. Так где же он? Мне же надо в эфире вас выслушать. Я должна с вами пообщаться вот тут вот. Поговорить как-то вот... информацию от вас, вот эту воспринять, которую у вас в голове есть. Так поторопитесь эту информацию мне сообщить. Поторопитесь донести ее до меня. А то мне уже вот-вот надо будет начинать с вами прощаться, а я не хочу прощаться без того, чтобы вот вручить вам 15 тысяч рублей. Не хочу прощаться и аннулировать деньги. Я хочу вручить их, и тогда уже спокойненько отсюда уходить. Чувством выполненного долга, закончить программу, чтобы был действительно достойный результат. А чтобы был достойный результат, нужен третий победитель. Последний уже, все, это последнее задание, где решается судьба 15 тысяч рублей. Или что, никому деньги не нужны, я что-то не понимаю. Ну, слушайте, ведь старались и должны были отыскать победный вариант. Старались, думали, искали и нашли же! Нашли! Тогда вам срочно надо появиться здесь. Срочно, немедленно оказывайтесь в программе и забирайте 15 тысяч рублей. Всего одну спичку. Кто переставил грамотно? Хотя бы один человек. Это должно было случиться. Я не верю, что этого не произошло. Я не верю, что никто не подумал над заданием. Что... И что никто не хочет заработать 16 тысяч рублей. Я еще разочек иду навстречу вам. Я еще один шаг вам навстречу делаю. Еще шаг вам навстречу, но последний шаг, 16 тысяч предложила. Огромнейшие деньги, просто мега сумма. Неужели вы ее бросите здесь? Ну, может быть, 15 было недостаточно вам. Может быть, ну вот не хватало еще тысячи, вот еще тысячи и все. Пожалуйста, 16 тысяч рублей, последнее предложение. Другого не будет, больше не станет. И времени, конечно же, тоже больше не станет. Времени так вообще почти не осталось. Пара мгновений, парочка, все. Пара мгновений, торопитесь, врывайтесь в программу поскорее. Сейчас уже нельзя ждать, сейчас уже нельзя расслабляться. Сейчас все сосредоточено, должно быть на действии. Я все еще ожидаю здесь победного телефонного звонка. По номеру 0948, у меня нет здесь других номеров, только этот один. Работает он на всей территории России. И ваш телефонный звонок я могу принять из любой точки страны нашей. Ну так, пожалуйста, все равно, где вы находитесь. Если в России, вы можете быть героем. Если в России, становитесь победителем. Покажите, что вы молодец, покажите, что вы лучший. Сделайте это же ваша победа, это ваша награда. Если вы ее здесь оставите, бросите, ну так, ваш вариант. Переставьте спичку с плюса на минус. Ой, да ну нет же. Нет, это не подойдет. У вас тогда будет слишком маленькая левая часть. 24 минус 18 плюс 0. Ну сколько это? Меньше, чем 26. Вы получаете другое неравенство. А мне нужно равенство с ответом 26. Надо было изменить два символа в левой части. Аккуратненько, два символа. Сейчас все, кто не знает победного решения, можете расслабиться. Все, кто там наделал делов, нагородил огород, непонятно, что там наизменял, непонятно, что во что напревращал. Все, кто не дружит с логической математикой, не надо ничего делать.
Не надо появляться здесь. Мне нужен только герой, только победитель. Никакого бреда больше в эфире слышать не хочу. Никакой ерунды. Никаких глупостей. Ни о каких изуродованных цифрах я слышать здесь не желаю. Какое решение у вас? Алло, поставьте с восьмерки на ноль. Из восьмерки будет ноль, а из нуля восьмерка. То есть 24 плюс 10 минус 8 – это 26. Ну, конечно же. Это тот самый правильный ответ. Как вас зовут? Ульяна. Вы откуда? Иваново. К вам отправились 16 тысяч рублей. Ну что ж, на этом программа моя закончена. Я желаю всем счастья, удачи, хорошего настроения и до свидания.